Какой выбрать дом для постоянного места жительства, чтобы он был сдан со всеми центральными коммуникациями и чтобы сразу сделка была в Росреестре? Сейчас мы с вами находимся в жилом комплексе «Удача-2», это микрорайон Блинова. Пятиэтажный дом с маленькими есть планировками, есть большими планировками для жизни, для отдыха, универсальный вариант со всеми центральными коммуникациями. Застройщик уже установил детскую площадку. Вот такая придомовая большая территория с парковками. Сам дом пятиэтажный. Из минусов здесь нет лифта и локально-очистные сооружения, которые вот расположены здесь. Ну, кого-то это пугает, кого-то нет. Но стоимость за квадратный метр здесь начинается от 82 тысяч за квадратный метр. При этом уже все коммуникации подключены, многие уже делают ремонт. Чем интересен этот дом? Тем, что он расположен неподалеку от улицы Каспийская, то есть очень удобная транспортная логистика. Здесь еще посмотрите, на несколько машиномест есть парковка. И вот такая вот действительно большая по адлерским меркам территория. Вот. И отделка самого дома класса комфорт. Давайте вовнутрь зайдем, я вам покажу несколько вариантов квартир. Разных планировок. У нас получается улица Бакинская 9/1. Посмотрите, какая богатая отделка самого дома. Внутри у нас получается венецианская штукатурка. Ну или караед, как его называют, да? То есть вот такая входная у нас лестница, да? На этаже светлые коридоры, автоматические датчики света и движения. И везде установили наконец-то хорошие качественные двери, которые менять не надо, в одном стиле. Мы с вами на третий этаж, и давайте рассмотрим одну квартиру площадью 30 квадратных метров. Обратите внимание на качественные двери. Это студия, здесь нет балкона, площадь которой составляет 30,5 квадратных метров. Здесь у нас коммуникации для санузла, ну и, так сказать, кухню-гостиную, либо спальное место можно как-то изолировать от кухни со световым окном. 2 806 000 рублей данная квартира стоит. Вид у нее в сторону парковки, также детской площадки. Кому необходим балкон, тот может застеклить вот такую раму. То есть здесь ригель как раз проходит с возможностью выделения отдельной лоджии или небольшого балкончика, разделив его вот так вот пополам, да? То есть на ваше усмотрение. Уже установили газовые котлы, доплата за которые составляет 160 тысяч рублей. Газовый счетчик. Вот такая вот квартира на третьем этаже. Смотрите, друзья, так как здесь нету лифта, мы поднимаемся на четвертый этаж. И точно такая же квартира с 30,5 квадратов стоит уже подешевле. 2 684 000 рублей. То есть средний этаж, он считается без лифта более, так сказать, оцененным. Да, это квартира такой же планировки, таких же размеров, подешевле. Давайте рассмотрим квартиру уже угловую, побольше площадью. На четвертом этаже 47,7 квадратных метров. Вот так вот уже выгородили стенку санузла для того, чтобы установить газовый котел. Она неправильной формы, немножко дом идет наискосок. Вот, также в эту площадь входит балкон. Стоимость этой квартиры 4 200 000 рублей, 47,7 квадратов. Давайте выйдем на балкон. Балкон большой достаточно, длинный, удобный. То есть вы можете им действительно пользоваться, не просто выйти покурить. И здесь у нас вид немножечко на море и также на олимпийские объекты. Здесь проходит у нас улица Каспийская. А в той стороне у нас супермаркет «Пятерочка», то есть автобусные остановки и школа буквально, ну, метров 600 от данного жилого комплекса. Там же находится еще и детский садик. То есть для жизни он, в принципе, хорошо подходит. А это у нас жилой комплекс «Sunny Hill», состоит из нескольких корпусов. Там стоимость за квадрат уже примерно около 100 тысяч за квадрат, даже маленьких площадей. Вот, так что интересный вот жилой комплекс, уже сданный, оформление сразу идет в Росреестре. Давайте посмотрим, здесь у нас какой вид из окна. Из окна здесь у нас на соседние дома, которые, в принципе, уже нормальные, свежие постройки. Вряд ли загородят когда-то вам
вид, так сказать. Планируется эта квартира, ну, в полноценную какую-то полторашку, как бы я сказал, даже не полноценную, да, то есть можно выделить отдельную спальную, большую комнату и оставить кухню-гостиную на усмотрение. Высокие, кстати, потолки, без ригелей, можете там сделать двухуровневые на ваше усмотрение. Завели сюда воду, то есть по полу она, разводка производится, здесь у нас спрятаны все вентиляционные каналы, так сказать, да, то есть тоже неплохо и завели все необходимые кабели, то есть интернет, домофон и электроэнергию, да, для сети. Вот такое вот предложение. Итак, поднялись мы с вами на 5-й этаж, рассмотрим самую большую уже планировку, которая здесь представлена в этом жилом комплексе, 50,6 квадратных метров. Стоит она 4 миллиона 150 тысяч рублей. Она неправильной формы, из-за этого она уцененная, видите, да? То есть идет стенка наискосок. Но квартира угловая, также имеет балкон. Вид у нас получается из окна в противоположную сторону. То есть не на море. Вот такой вот вид. Давайте выйдем на балкон. Бетонные, кстати, перекрытия, не какие-то мансардные, да, этаж, полноценные. 5-й этаж. Статус квартиры здесь. Все центральные коммуникации, кроме, так сказать, у нас центральной канализации, которой здесь нет в данном месте, да. Рядышком у нас жилой комплекс «Ивушка» от этого же застройщика. Ну и вид у нас получается в сторону парковки и детской площадки. Все данные предложения можно рассмотреть даже в ипотеку. Ну, это будет обговариваться. И не забываем про доплату 160 тысяч рублей. Итак, мы с вами рассмотрели жилой комплекс «Удача-2». Дом расположен в тихом спальном районе микрорайона Блинова. Рядышком общественный транспорт, школа, садик. То есть, в принципе, дом отлично подойдет для постоянного места жительства. До моря здесь 2,5 километра. Рядышком у нас находится Олимпийский парк для любителей, так сказать, олимпийских объектов. Там и погулять есть где. То есть дом находится на равнине. Очень подойдет для людей, которые ценят, так сказать, ровное место. Да? Для тех, кому не обязательно вид там прибрежный на море. Ну и с хорошей развязкой транспортной, а также детской площадкой, парковочной зоной бесплатной. Это тоже немало значимо для Сочи. Возникают вопросы, пишите. Все мои контакты в описании видео. Всем пока.